Глава Кировского района Самары Игорь Рудаков провел встречу с жителями дома номер 86 по улице Ташкентской. Ранее такое поручение дал губернатор Дмитрий Азаров во время посещения строительно-энергетического колледжа, который находится по соседству с многоэтажкой. На собрание пригласили актив дома, областные ведомства, представители городских департаментов, фонд капремонта и управляющую компанию. На повестке мы обсудили самый основной и сложный вопрос – это выполнение работ фондом капремонта, потому что ситуация затянулась с 2014 года. Недобросовестные подрядчики, банкротство, соответственно, уход с рынка и невозможность вести претензионную работу. На сегодняшний день фонд отчитался по срокам новых конкурсных процедур. В ближайшее время новый подрядчик приступит к выполнению, так скажем, и устранению замечаний по предыдущим видам работы. Обсудили серьезный вопрос по состоянию лифта в доме. Одна кабина с давних времен отсутствует, а вторая тоже в нерабочем состоянии. Дом попал в программу губернатора по замене лифтов. По оптимистичным прогнозам, до конца октября объект будет сделан. Еще один вопрос – использование нового стадиона, который строится на областные деньги, выделенные главой региона Дмитрием Мазаровым. Жители переживали, что могут остаться без доступа к спортивному объекту, который относится к энергетическому колледжу. Руководством колледжа принято решение, что доступ жителям будет свободен. Единственное, определенные будут правила пользования этим объектом. Сегодня установлена система видеонаблюдения, которая подключена к системе «Безопасный город» ГУВД Самарской области. Заканчивается строительство стационарного пункта полиции. Все, в принципе, решения, которые принимались ранее губернатором, они выполняются в срок. Дополнительно приняли решение построить в районе стадиона небольшую зону для малышей и их родителей, где появится детская песочница, маф и лавочки для отдыха. Один из вопросов – межевания территории. Собственником земли, на которой стоит дом, является колледж, но жители хотят перевести ее в муниципальную собственность. Пока приняли решение взвесить все за и против и обратиться за комментарием в городской департамент управления имуществом. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События.